вышли из отеля. С одной стороны у нас Москва-Сити. Хотел сказать Нью-Йорк-Сити, что-то меня переклинило на Нью-Йорке. Что-то везде Нью-Йорк написано, Нью-Йорк. А это Новый Арбат улица. А мы сейчас пойдем узнаем, куда. Куда мы идем? Есть. Есть. Ну, посмотрите, сколько тут самокатчиков, надо аккуратно идти. Еще больше, чем у нас в Екатеринбурге. Ну, а как пахнет розами, Диан, смотри. Какая красота здесь. Аромат-то слышишь? Ничего не слышу. Слушай, у меня все еще уши заложены. Да? Я как-то странно себя слышу. Пойдем. Пойдем. Димаська у нас устал идти. Сказал, будет сидеть посередине Арбата. Это достойно. Да. Мы пойдем дальше, а он пока посидит. Вот он бежит. Устал. Ой, устал. Завод кончился. Димасенька, пойдем, малыш. Давай, котенок, пошли. Я тебя давай. Роботу нужна подзарядка. Ну, конечно, давай еще потащили. Ага. Тяжеленного Диму. Пойдем, смотри, какая собачка вон бежит. Не надо. Диана, поставь его. Ты боишься ее? Боишься, что ли? Дим, так иди сюда, у него тут глаз. Дим. А, он там увидел, он еще один. Еще один увидел. Подними его. Смотри. Фары. Одной фары у него нет, что ли? Одна есть? А, это зубы. Не упади. Пойдем. О, я там, смотри, я кого-то там. Кого-то еще видишь? Да. Дед. Шли мы, шли, никого не трогали и увидели детский мир. А в окошке мы увидели метро. И деда. Или кто это такой-то? Дима говорит, что это дед. Ну, будем, поверим ему. Мы не могли не приобрести машинку. Дим, покажи, какую купил машинку-то. Вот, это что, ламба? Да. Желтая. Так, танцы пошли, танцы. Бери машинку. Пойдем. Идем по красивой улочке до нашей... Дима, Дим, стоять. Ну она, во-первых, стоит обцарапанная и грязная, да. Зачем? Диана тут немножко смягчилась и говорит, что ей напоминает вот эти вот улочки Питер. Да, я хочу в Питер, мне здесь не очень нравится. И вообще, Диана говорит, отправьте меня в Питер, как-то мне Москва не особенно. Очень, говорит, соскучилась, не хочу всю эту суету. Хочу питерскую размеренность, красоту. Церковь, расписание. Ничего себе. Какой мы памятник нашли. А кому этот памятник, интересно, надо почитать. Костя, кому памятник-то? Шолохову. Шолохову? Михаил Шолохов. Писатель. Тихий написал, который. Вон она, что Димасечка, как тебе пицца? Мы с таким трудом нашли эту пиццерию. Выйдем, потом Диана расскажет, как мы сюда шли, какими путями, какими дорогами оказались в центре города. Попить кашу. Да, мы в двух шагах от храма Христа Спасителя.
Пить. В центре не придумаешь. Пить. И оно так замаскировано, то есть ты с улицы вообще не поймешь, пить, что это наша пиццерия. Это вот наша пиццерия, в которой мы раньше любили быть в Екатеринбурге, потом мы были в ней в Питере. Но сейчас мы сюда пришли в Москве, но чтобы так она была спрятана, вот конкретно вот это, конечно, первый раз, как мы ее искали. А это же какой-то отель или что это? Какой-то гостевой дом. Или что это? Где мы? Не знаю. Это отель, там ресепшн написано. Да. Сейчас выйдем, посмотрим, потому что мы бежали уже. Все есть хотели. Это... Дима кричал, есть мама, хочу. Ага. Это у тебя по нашей России. Ты скучаешь по нашей России? Да. По Екатеринбургской России. По Екатеринбургской России? Нет. Так, Димочка, ну мы же в России с тобой. Но нет. Москва – это столица наша родины. Нет. В центре. Другая. Другая нет, Россия? Нет, наш дом. По дому скучаешь? Да. По Екатеринбургу? Да. Что, домой полетим? Да. Давай завтра домой полетим? Да. Ну, в парк аттракционов ходить. Здесь есть? Конечно. Да. Пойдем. Ну, ладно, тогда. Тогда мы еще остаемся на несколько дней. Пить хочу. Видишь, что я тебе говорила? Да. Какой-то типа отель или что это? Из литья, просто говорю. То есть, видите, это какой-то гостевой дом, отель или что-то. Апартаменты. И вот так вот мы зашли и прямо потерялись. Пойдемте. Ну, слава богу, что нашлись. Да. То есть это выглядит не как кафе. Они уже ушли, пока мы с Дианой разглядывали, что это за отель. Но сейчас должен быть красивый вид. Очень. Потому что мы уже говорили, что мы находимся прямо в центре Москвы. Почему я не осознаю, что я в Москве? Мне кажется, что это Екатеринбург. Серьезно? Да. Ну это вот похоже на вот этот спас на крови. Ну да. Как и будто вот мы как бы идем, вот этот Момо. Угу. Есть что-то. Ну что же, вот мы вышли. Замечательное место. Главный храм Москвы. Прямо перед нами. И мы сейчас, наверное, пойдем посмотрим, что там. Сфоткай меня. Чик-чик. Красиво, да? Давай сфоткаемся, селфи запилим. Ну как? Ладно, тогда я с мамой буду. Нет. Да, давай. Да, сфоткай вообще в конце концов. Я думала, я сниму вас. Ты сними, фотограф. Давай. Фоткай, снимай это время. Там у них все было, и вон там театр эстрады, вот видишь внизу, там химчистки, магазины, он огромный большой, их там прослушал. Это вот это вот весь дом? Да, вот это все большой один дом. А они знали о том, что я прослушиваю? Конечно, да, знали, раньше всех прослушивали, слушали, смотрели. Вот тут они жили, тут жила Фаина Раневская. Это вот были вот все очень известные люди, их в один дом всех свозили, и государственных чиновников, и актеров, политиков, в общем, кого только не было. О, смотрите, какая. Дима, сейчас машина туда упадет и все. Дык, все. Это мост, смотри, держи крепко машинку свою. Давай. Вот это дыра. Пойдемте. Опа. Еще и ногу туда засунула. Красная Октябрь, это где конфетки делали? Красная Октябрь. Ну это фабрика? Фабрика, да. Раньше. Диан, ты видела? Фабрика Красный Октябрь, вон, где конфеты делают. Там делают конфеты. Конфеты делают.